Всем большой привет! Я вам покажу комплекс упражнений для тонкой талии. Если вы их регулярно будете выполнять, то уменьшите объем талии на 3-4 сантиметра. Так что начинаем! Первое упражнение называется приседание. Второе упражнение – выпады. Третье упражнение называется «Лежа на левом боку». Четвертое упражнение – сжимание. Пятое упражнение – полумостик. Вдох и выдох. Шестое упражнение – махи ногой. То же самое и на другом. Седьмое упражнение – скручивание. Восьмое упражнение – перекаты.
Девятое упражнение – дуга. И последнее завершающее упражнение называется «маятник». В конце я сделала расслабляющее упражнение. Вдох и выдох. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я думаю, эти упражнения пойдут вам на пользу. Всем пока! Ставьте лайк!